Всем привет! Пересмотрела несколько видеороликов про маринованный лук и все-таки решила сделать так, как я умею. И хочу поделиться с вами. Вот, порезала колечками лук. Что там? Лучок порезала вот колечками. Почему тут ничего не видно? Вот. И оставляю... Добавляю туда водички и добавляю уксуса. Все. Оставляю где-то на 5-6 минут. Потом сливаю эту водичку. Вот, сливаю эту вот водичку. Вот, слили водичку. Добавляю туда соли. Посолили. Туда же добавляем пару ложечек, вот такая маленькая, пару ложечек сахара. И по вкусу, кто как хочет. Я люблю копченую паприку, добавляю. Добавляю сушеный базилик. Муж его не очень любит, поэтому я его добавлю прям чуть-чуть. Еще добавляем зелень. Теперь я хочу добавить вот такой смесь перцев. Прям чуть-чуть. Теперь добавим зеленушку. Сейчас надо ярко подготовить. Зелень добавляю все, что у меня есть. Не принципиально, чтобы там была петрушка, ребят. Укроп. Не без разницы. Я добавляю все, что у меня есть. Так. Так как я очень люблю зелень, я добавляю побольше. Как всегда, зелень. И я добавляю прям чуть-чуть масла растительного. Прям чуть-чуть, немного. Чуть-чуть. И все это дело перемешиваем хорошенько. Чик-чик. И все оставляем, пока все чуть-чуть помаринуется. И все. Наш маринованный лук готов. Сейчас мы его попробуем. В принципе, и все. Вот маринованный лук готов. Сейчас мы его будем пробовать. Еще я сегодня приготовила вот такие сырные булочки. Рецепт и приготовление у меня есть на канале. Можете по ссылочке в комментарии пройти и посмотреть. Сейчас попробуем наш маринованный лук. С картошечкой, с мясом, прям само то. Булочки тоже неотменные, вообще вкусные. Лучок очень вкусный. Очень вкусно получилось. Всем желаю приятного аппетита, хорошего вечера. Пробуйте. Пока-пока.